Всем привет, друзья! С вами как Снорумзи и добро пожаловать в растение против зомби, битва за ней Барвиль. Надеюсь, в этот раз я выговорил правильно. И, кстати, после прошлой серии я пофиксил лаги. По идее, у вас сейчас должна быть идеальная картинка. А еще я читал ваши комментарии и понял, как менять можно персонажей, потому что горохострел — это хорошо, но хочется поиграть и за других. Поэтому, друзья, напомню, чем больше будет лайков, тем быстрее выходит новая серия, а мы с вами сейчас врываемся. Нужно нажать «Возродиться», чтобы поменять персонажа. И знаете, кого я здесь увидел? Ребята, это же ночная шляпка. Вы посмотри на эту красоту. Во-первых, у нее очень быстрая атака. Во-вторых, у нее есть двойной прыжок. И да, ребята, наша задача сейчас — расчистить дверь к боссу с помощью сногсшибателя и добраться и продолжать выполнять миссию, потому что мы с вами остановились именно на этом. Это был Йети? Это был Йети, и мне он сейчас вообще не интересен, потому что моя задача — дойти вот сюда, ребята, до сногсшибателя. То есть мы с вами идем до того места, на котором мы с вами остановились, естественно, в прошлой серии. И это что? Подожди. Это Гаргантюа! Это гигантский Гаргантюа! Так, подожди, 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 нифига себе! Вы посмотрите, это гигантский Гаргантюа с этой, что... с... боже, как оно называется? Со столбом электрическим! Я очень буду долго его бить, но, блин, может, если я его смогу завалить, я получу много-много опыта. Так, этих зомбиков я быстро убиваю, смотри! Он просто меня не достает, то есть это читерское место, откуда можно просто расфигачить Гаргантюа. Так... он запустил зомби в меня. То есть этот зомби маленький, окажется, сейчас у меня за спиной. Давай, давай, давай. Так, подожди. Нет, 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 меня не нужно бить. Так, там зомби. Там зомби. Здесь Гаргантюашечка. Давай, давай. Ребята, это будет сейчас мой Гаргантюа, который... Тихо-тихо-тихо. Больно, 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 больно. Давай, грибочек. Кстати, грибок может уходить в инвиз. Нифига, у меня 15 хп осталось. Давай! Добил! Добил! Хорошо! Гаргантюа я вынес. Так, осталось еще пару этих, я думаю, такие это простые зомби. Какой-то зомби с бочкой. Чемпион! Это еще похуже, чем Гаргантюа, я понял. Так, ладно. Я уже полкарты облазил, ребята, чтобы найти так сногсшибатель. Нужно просто было забрать, пойти эту тележку, боже, газонокосилку, которую мы сами должны были найти. И отправиться теперь с этим сногсшибателем. Так, вот где-то здесь, где-то она вот здесь. Это что такое? Вот! Вот он, ребята! Так, поехали. Расчищать дверь к боссу. Сногсшибательная работает идеально. Идеальная машина взрывов, отлично. Так, что мы делаем? Так, мы должны куда-то доехать. Нормально! Давай! А, подожди, нам нужно спуститься в подземелье. Да, в то самое подземелье, получается, и вынести дверь. Поехали, 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 поехали. Я, слава богу, я уже помню, где это находится. Надеюсь, у меня хватит бензина на газонокосилке, потому что у нее осталась половина, ребят. Смотрите, мы, кстати, в прошлой серии добыли эту шляпу, добыли цепь и добыли что-то еще. Так, по идее, нам сюда. Так, хорошо, хорошо. Едем, 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 да, в соседнее село. И, по идее, должны сейчас вынести. Здорово, здорово, я приехал. На! У-ху! Хорош, ребята, вот это бомбанули. Истреби потряса и без диска ловушки. Так, мы теперь с вами отправляемся к потрясу, то есть самому главному какому-то злодею на этой карте. Я, кстати, смотрел в начале серии, что мы с вами прошли только 8% игры, вы понимаете? 8% игры, то есть нам с вами проходить еще здесь. Ой, кстати, в растении против зомби 2 пока что нет контента, там нет новых миссий, нет ничего толком, поэтому, ребята, мы играем, почему бы, Нейбарвиль. А я начал Нейбарвиль, да? Нейбарвиль правильно называется. В общем, мы только что вынесли охранника. И по идее теперь мы можем зайти туда сами. То есть нашим грибочком. Охраны больше здесь нет. Так, я могу войти? Ой-ой-ой, я сейчас буду с боссом сражаться. Я надеюсь, что я смогу вынести его за грибочка, потому что он у меня не прокачан. Он у меня не прокачан. Так, смотрим. Зашли. Что сейчас будет? Так, я слышу музыку. Здесь прям зомби офигенно тусуются. Так, дверь закрыта. Это какие-то стекляшки. Ну окей, я-то перепрыгиваю. А как здесь? Я не понял. А, можно разбивать. Ну так бы сразу и сказали, что я могу разбивать. Так, какая-то кнопка, лифт. Потряс, поставь нашу музыку. Музыку, под которую мы тебя одолеем. Ха-ха. Так, запустить лифт. Все, поехали. Мы лифт запускаем. Вниз или вверх? А, вверх мы поднимаемся. Ребята, я прям горю желанием посражаться с боссом. Это первый жесткий босс, хотя в прошлой серии было их целых три. Так,
Это какая-то офигенно крутая станция. Подожди, это главный босс? Нифига себе! Это потряс? Это зомби-потряс, тот самый, который мы должны с вами победить? Оооо! Потряс. Боец теледиска. А мне кажется, я с таким уже сражался на улице. Так, пошел. Пошел пробивать. Давай. Смогу ли я победить? Может, мне нужно было прокачиваться? Давай. Так, ну понемножку. Так, тихо, какие-то ракеты меняли. Могу я ракету уничтожать? А, подожди. Да. Подожди, нужно разбираться было с ракетами. Разобрался с ракетами. Отлично. Пробиваем. Кстати, у меня есть вот такая штука. Я как бы защищен, по идее, должен быть в этой. Или получать меньше урона. Подожди, контрольная точка достигнута. А, мы... Ай-яй-яй. А, перепрыгивать. Я понял, все. Волну нужно перепрыгивать. Так, мне нужно отхилиться. Хорошо. Я знаю. Да, нужно было в колонку. Хорош, во-во-во-во-во-во-во-во. То есть нужно было в колонку, чтобы он попал. Я понял, или она, неважно, в принципе. Короче, нужно было отходить, чтобы попала в колонку. Так, опять поднимается наверх. Я все время атакую. Мне кажется, ли здесь что-то появляется. Так, подожди, ракеты, выноси! Минус одна, минус две, все, минус все ракеты. Все, я с ракетой разобрался. Что? Тихо. Так, появились какие-то... А, я за них могу прятаться. Тихо. Оп. За эти штуки я могу прятаться. Я понял. Спрятался. Давай. Эй! А вы откуда здесь взялись? Тихо. Уходи. Так, я продолжаю дома... подожди, урон не проходит. Маленькие зомби. А, урон проходит. Нормально. У меня фул хп. Я отхилился. Продолжаю бить по 18. Снова ракеты. Сразу ракеты. Отбить все ракеты, потому что они самонаводящиеся. Если я сейчас не отобью, они просто меня загасят. Так, хорошо. Сколько мы? 30% сняли. Продолжаю бить. У грибочка очень маленькие удары, но они такие вредные, по 18. Блин. Все. Опять начинается. Но опять, я понял. То есть у нас каждый раз новая фиговина. То есть круто, два прыжка. Так, нужно, чтобы она, получается, ввалилась в колонку. То есть мы, короче, стоим на расстоянии. И стараемся держать дистанцию. Вот. Давай. Ага, я готов. Подожди, неужели это финальный босс? Так, прыжок еще один. Здесь 4 колонки, то есть... Ай-яй-яй. Так, в центр. Все, прыжок в центр. То есть, если прыжок в центр, значит, сейчас, скорее всего, будет разгон. А, нет! Это что было? Бить стекла, что ли? А, нифига себе! Эй! Мы с вами так не договаривались. Тихо. Так, подожди. Так, я разбил несколько стекол. В принципе, можно дымажить ее и попытаться уворачиваться. Давай. Хорошо. У меня персонаж маленький. В принципе, проходит любую маленькую дырочку. Ой! На пол хп жмыхануло. Больно. А, тихо. Так, тихо, продолжаем. Практически пол хп. Так, она начинает двигаться. А где? Ай-яй-яй-яй, 5 пол хп снял. Я не туда зашел. Не то место. Так, давай. О, исчезла. Давай. Урон. 75 хп. Так, разгоняется. Прям в колонку. Ага, давай. Хорош. Так, бьем по этой цели. Все, она открывается. Снова пробиваем. То есть мы два только что... Так, стой, тихо. Куда ты летишь? Не на меня. Не. Так, а я попадаю... Да, в любое место, в любую точку. А я попытаюсь только попадать в голову, то есть неважно куда. Так, я понял. Так, опять ракеты пошли. Много ракет в этот раз. Так, тихо. Эту ракету убили. Еще одна ракета. А она взорвалась, да, получается? Так, тихо. Вот так не достает? Смотри, кто это? Это кто? Это ее фишечки. Так, ребята. Ай-яй-яй-яй-яй. Так, урон пробиваю. Эй-э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 й. Танцовщики. Пошли вон отсюда. Нифига. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Зомби. А, вот этого нужно вынести. Хорошо, минус зомби. Пробиваем дальше ее. Ракеты. Так, сколько? Процентов 35 осталось, да? Так, блин.
А, уходят эти штуки. Все, она сейчас прячется. Она или он сейчас прячется. А, последняя, последняя перегородка остается. Ай-яй-яй-яй-яй, 60 хп. У меня, кстати, есть, если что, невидимость. Если что, могу винвиз просто свалить, и все будет нормально. Так, все, зомби с экраном. Давай. Подожди, она отхилилась? У меня есть ощущение, что она отхилилась чутка. Так, тихо. Кто-то сзади. А, это вот этот вот чувак. Давай. Прячемся. Из-за угла. Тупо крысячок такой маленький. Так, смотри, процентов 20 осталось. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Смотри, сколько много мы сняли уже ей. Ему, ей, неважно. Короче, главное, что побеждаем, ребята. Возможно, это главный босс этой игры. Дальше будем проходить разные дополнительные миссии, сюжетки. Так, воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу. Полетели. Опять начинается заруба. Но это мы уже помним. Кстати, на самом деле несложный босс. То есть, если понять механику прохождения, то, в принципе, все окей. Да, это, конечно, жестко. Так, я бы сейчас, на самом деле, знаете, за кого хотел? Вот здесь бы, наверное, я хотел бы за Горохострела все-таки. Потому что у него атака побольше. Хотя он не такой маневренный. Горохострел не такой маневренный. Вот этот маленький грибочек, я уже забыл, как меня зовут, если честно. Короче, тихо. Все, на центр. Раскрывайся. Пора раскрываться. Так, сколько ты будешь... О, хорошо, пошли. Так, опять. Подожди. Ай-я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 й. Так, справился. 10 хп. Ребята, 10 хп. У меня нету больше права на ошибку. У меня больше нет ошибки, ребят. Так, эти штуки сносим. Сносим. Так, все, нормально. Все, давай, вот здесь снесли. Все, теперь ее атакуем. Блин, впаяет мне сейчас. Они обновились! Да в смысле? Какого черта? Она их обновила. Так. Дальше. Так. Отхилились, все, фул хп есть. Блин, как это сложно. Следить за всем. Я, блин. Так. Вот где-то. Опа, вот сюда. Блин, у нее остается процентов 5, наверное, хп. Может быть, ну 7 от силы, ребят. У нее. Так, давай. Обновила. Все, я услышал звук. Обновления. Ай-яй, больно. Так, пробил. Пробил зеркала или стекла, как это называется, правильно. Так, давай, где больше пробитие. Все, есть. Давай вот это еще разобьем. Все. Он пока не обновляет. Нормально, можно просто атаковать. Смотри, а вот сейчас нельзя. Сейчас нужно отойти. Остается буквально пару ударов. Давай. Перезарядка. Победа, ребята. Разнесли. Разнесли потряса. Больше она не будет терроризировать растения, потому что мы только что с ней сразились. Сколько така, посмотри. Така, монеты, все мое. Я собираю. Давайте, больше. 80 монет, 25 така. Я все собрал? Я все? Потряс повержен. Задание выполнено, ребят. Это главная сюжетная миссия была? Или мы с вами еще можем чем-то заняться? Так, я практически брызжу счастьем и бабочками. Окей. Потряс танцем агония, поражение греет мне душу. Довольно хихикает. Благодаря тебе мозги Нейборвиля опять в безопасности. Ты заслуживаешь медаль и мороженое, и миллион объятий. Я горжусь тем, что в наших рядах есть такой сладкий истребитель зомби. Гип-гип, ура! Я согласен. Подожди. А, ну да, здесь еще куча заданий, посмотри. Мы, получается, сразились с Потрясом. У нас есть вот эти задания. Кстати, у меня сейчас, если нажать возродиться, у нас есть, получается, вот этот грибочек. У нас есть горохострел. У нас есть зубастик. У нас есть капрал кукуруза. Ночная шляпка, кстати, называется. Драконий зев, кактус, цитрон, желудь. Подсолнух и роза. А что если я возьму... Ой-ой-ой-ой. Это ближний бой? Так, подожди, что дальше? Привет, поговори со мной, пусть новобранцы видят, что мы друзья. Давай поговорим. Спрятавшиеся люди нагласны в своем мнении. Нет,
тебя добрее, приятнее, веселее, умнее, и еще ты устраиваешь отличные взрывы. Это все, что ты хочешь сказать? Ладно, ладно. Здорово! Ты кто? Не обращай на меня внимания, я просто дух перевожу. Я понял, не трогаю тебя, хорошо, отдыхай. Отдыхай, чили, отдыхай. Что здесь еще интересного? Так, ближний бой. Бросает какую-то... А-а-а, смотри! Увидели? А если на цемент? Смотри. Блин, оно прикольно выглядит, ребят. Какая-то отрыжечка. Перезарядка, что ли? А2. Я могу под землей ездить. Приветствую со дна колодца, в который я точно специально упал. Это кто такой? Шел я себе в повязке на глазах, никого не трогал, следующее, что я помню, я в колодце. И здесь очень здорово, как жаль, что у меня с собой не было статуэтки хрустального пса. Они такие красивые, совсем как этот колодец. Принеси мне пса, чтобы я не впадал в глубокую тоску. Ха, глубокая мысль. Глубокий колодец, дружище. Так, мне нужно найти какого-то пса, что ли, или что это такое? 175 хп у моего персонажа? Он какой-то жоп. Подожди, я хочу попытаться посражаться с зомби. Как он? А! Одного удара убивает? Это что-то, это что? О, сундучочек. Сундучок мне нужен. А, я уже собирал его, ладно. Так, мы с вами, получается, не нашли какой... Неспортивный человек. Это кто? Я-то точно спортивный. Я, кстати, в спортзал хожу в понедельник, в среду и пятницу. Каждую неделю. Так, неспортивный человек. Где-то, походу, вот в этом домике, что ли, находится? Подожди, я хочу проверить вот эту штуку. А! Вы это видели? Я захавал просто зомби. Привет, зомби. Капец, я их просто разношу. Эй, привет! Давай сюда! Это кто такой? Это нашествие совсем не в кассу! Это кто такой? Я только собирался подкачаться! Я хочу стать намного сильнее, но для этого мне нужны мои кассеты с упражнениями. Где их искать? Если коротко, везде. Сможешь принести мне все 10 кассет, в долгу не останусь. Поторопись, пока я не разленился. То есть мы должны ходить по всей карте и искать кассеты для этого чувака. Очень странный тип, очень странный. Подожди, а я могу сдалека атаковать? Нет, получается, только с довольно-таки ближней дистанции. У нас с вами еще остается задание «Неспортивный человек», «Бинго-бонго, боевой сундук» и «Пират Марк» у нас есть. Но! Я скажу вам, что это будет следующая серия, потому что сегодня мы с вами и так посражались с самым главным боссом, с Патриасом, и победили Патриаса, вы понимаете? Это реально стоит лайка, поэтому, ребят, лайк, подписка, колокольчик. До встречи в следующей серии. Хотите больше серий, больше лайков, больше комментариев. Я почитаю, нравится ли вам с вебкой или лучше без нее. Вот, пишите. Всем пока.